Приветствую всех, уважаемые зрители, гости, подписчики моего канала. С вами Черный Металл на Игра Фактория. Серии, которая не вышла, я доделал наконец 11 банки, получается. Ага. И химические. Ну, довольно-таки интересная, короче, хреновинка получилась. Но она, главное, получилась. Выглядит это все вот так. Я скопировал вот электронику здесь, когда. Мне это тоже немного помогло, правда. Вот электроника скопированная, как видите, сюда вот хреначит это все. И это позволяет делать мне 11 банки. Хотя нет, не 11. Это у нас нужно для производства этих банок, это я показывал, да? А ну ладно, в той серии ничего такого особенно интересного не было. Здесь, правда, мне тоже надо будет подумать. Хотя тут ни хрена не оптимизируешь, это вот довольно-таки обидно. Производство бетона, скорее всего, вообще отдельным потоком буду пускать. И железобетона, наверное, здесь пущу. Итак, что у нас, как говорится, по расписанию? Зырим. 12-я банка. Та, которую я матерился и не мог найти. Этот долбанный... А, личный аккумулятор. Смазочная жидкость, я знаю, как делается. Строительный трон. Ладно, давай примерно хотя бы... Оу. А нам нужно немножко сейчас другое сделать. Для начала копируем вот так. Надо линию продлить. Жизнь и смерть. И... Вот так вот продлеваем пока что. Так, до каких пределов мне ее можно будет продлевать? Ну, она уже почти впритык того, чего я ожидал, да? Да, она впритык того, чего я ожидал. Ай, ну до сюда-то я дойду. Титан и уголь перерабатывать тогда потом будет. Господи, сколько вас там прет-то? Далеко здесь? Ну, относительно, с моей точки зрения, да, далеко. Либо переводить производство сюда. Будет проще как. Я даже, блин, не знаю. Если, к примеру, я захочу вот здесь вот закруглить производство... Смысла это особенного не сыграет. Так что нет. Идем дальше так. Идем дальше. Так, мне же еще ПРО надо построить. ПМО, точнее. Противометеоритную оборону. Что-то я как-то совсем запамятовал, кстати, насчет нее. Давай-ка посмотрим, где она у меня тут. Это мне сейчас аукнется. В тройном, блин, эквиваленте. Так, вот, наверное, здесь. Вот. Да, вот можно воткнуть. Да. Здесь сделаем... До планетарной мечи, когда Шанхая пешком, так что... Вот так вот. Вполне хватит. Так, одна. И здесь где-нибудь, наверное, надо вот вторую расположить. А? Да, здесь где-то вторую расположим. Так, чтобы она получше вставала. О, смотри, идеально прям для нее место. Друг друга хоть перекрывайте, долбодятла. Хрен его знает. Ладно, неважно, перекрывают они друг друга или нет.
Да, полтинничка. Так, хорошо. Две ПМОшки. Ну, вполне хватит. Друг для друга они не достают. Покрывают, главное, мою зону. Которую надо. Так. Мне главное, чтобы их так было видно более-менее. Не чтобы искать их там полдня на своей базе. Так, надо линию сразу электропередачи продлить, кстати говоря. И здесь у меня косяк сразу нарисовался, потому что здесь у меня должна была быть оборона. Вот же дерьмо. Это я уже никак не уберу, да, это переделывать. Я тут не загнусь. Но будет довольно неудобно. Сюда... Нет, нет, не получится. Ладно. Косяк, косяк, друзья мои. Пробелы в обороне. Это нехорошо. Ладно. Будем это учитывать. Так, и мне здесь еще надо будет поставить. Но здесь-то ладно. Так, ставим, короче, тогда здесь дальнюю вышку или ближнюю. Здесь у нас ближние стоят. Так, раз. И вот так, два. Ладно, будет небольшой косячок в обороне. Надеюсь, он мне не скажется через одно место. Вот хотя чувствую, скажется. Ага. Так, значит, здесь у нас дальняя будет стоять. И здесь дальняя. Здесь у нас короткая. Здесь дальняя. А почему ты не хочешь соединяться? Вы между собой же соединялись раньше. Ну вот. Понял. Вот, присоединяйтесь. Так, хорошо, давай-ка для начала вставляем. Алгоритм здесь. К сожалению, это важная часть обороны, без него хрен куда денешься. Просто там турелями тогда усилю дополнительно, но все-таки мой косяк мне не нравится. У меня, кстати, еще бетонка кончается. А, выпустите меня! Доктор, это был не я. Так... Копируем теперь вот это. Конечно, это можно и вручную построить. Я строил, мне просто надоело. Так, пока всего хватает, это хорошо. Так, провод есть, есть, все. Мне главное, чтобы провода между ними были. А на остальное все можно и болт подзабить. Так, хорошо, деревня летом. Он еще достраивает, да? Так, что у нас здесь? О, у нас там какие-то проблемки, я смотрю. А ну-ка. А, ну я понял. Мой косяк. Здесь мой косяк. Это да. Ой, главное не забывать тыкать лампочки. Лампочки нужны. Лампочки важны.
Без лампочек я хрен ли чего увижу. Так, чудно. А вот насчет потрошек, конечно, сейчас здесь будет небольшой геморройчик. Да, у меня уже линия ушла дальше намного. Ладно, там бетон не буду делать, здесь то, здесь это. Здесь как бы всего еще хватит. Так, погоди, но здесь-то я буду делать еще и плюс взрывчатку. Но взрывчатку тогда я смогу как-нибудь вот так вот подвести. Ну да, углом. Может и нет, и не так буду подводить. Здесь, блин, надо будет подумать. Да, ложу по 125 патронов. По 12500. Ну, хватило. Уж наверняка. Это не вариант. И у нас тут, ну, пока здесь до вот этого края будет все нормально. Но дальше здесь, конечно, пойдет уже неприятная вещь. Так, мне это сообщение не нравится. Узнал как. Ладно, этого пока хватит. Пока основную шину проведу. Да и дополнительный тоже надо не забывать вести. А где мне тут основные, где дополнительные? Это, кстати говоря, вопрос хороший. Они мне, по идее, все основные. А вот и косячок. Угу. А сначала дорожки строить, короче, потом уже посты оборонительные. Главное не забывать. Значит, 12-й банки-то я дошел. Это вот таким вот не супер тяжелым производством. Возможно, здесь банки есть полегче, которые надо будет делать, но да ладно. Сейчас мне не до этого. Сейчас электроэнергия. В первую очередь, основную. Ага. Ага. Они должны, друзья, соединяться, кому интересно, вот таким вот макаром. По-любому. Мне пригодится. Ну, у меня вообще по плану было создание всех банок вплоть до кобальтовой, кобальтитовой, или как там ее назвать правильно. Я надеюсь, у меня получится. То есть, по идее, кто в курсе, у меня один вот такой вот куб, два максимум, должны были производить... Сказать так, определенный вид товара. Так, ты давай иди сюда. Ты у нас... Сюда. И сюда.
Да. И сюда. И сюда. И вот так вот. Хорошо. А мне все-таки вот эту вот часть надо бы полностью было засыпать. Да, я очень хочу вот так вот провести линию. У меня вряд ли это получится. Скорее всего, придется ее тянуть как-нибудь вот так. Вот стой-то какой. Ладно, давай начнем разбираться. Попробуем хотя бы этой нашей баночкой. Где она, во-первых, строится? 12-я банка. У нас смазочная жидкость. И строишься ты хрен пойми где. Я так полагаю, строишься ты в ассемблере. Уж больно мне это напоминает. А вот ни хрена. Погоди, я где-то ж ее видел. В химическом заводе только я мог ее увидеть, да? Что у нас здесь? Химический завод. Копируем, вставляем. О, привет. Строительный дрон, личный аккумулятор. Погоди, а не в теле строятся личные аккумуляторы? О, я вот, кажется, их здесь видел. Да, аккумулятор обычный, и все. Значит, не ты. А личный аккумулятор. Вот он. Где ты строишься? Видно-то хорошо. Стальная балка, аккумулятор. Ну, тут проще простого. Стали, правда, много ждет, но да ладно. Так, это значит получается. Ты не здесь, тебя вот так вот сюда. Это я проведу. Ерунда. Это и есть. Смазочная жидкость. Ну, сейчас надо будет подумать немного. Меня интересует каркас дрона именно. Блин, вот я их видел вот сейчас. Помнить бы, где я их видел-то, а? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин, я вот в упор не помню. Робот. Погоди, тут только каркас дрона нужен, а тут строительный дрон нужен. Ага, сейчас тебе. Строительный дрон. Как укладки тут дроны такие долбанутые. Вот он. И тут как раз его каркас должен быть где-то, да? Так, вот у нас есть... Гобот. Гобот, друзья мои. Для гобота нужен каркас. Нужен конструкшн... Гобот тул. И конструкшн гобот брейн. Давай-ка... Все-таки посмотрим... 13-ю банку. Вот 14-я. Нет, тут все другое надо. 13-я. Вот тут огнемет. Топливо для огнемета. Ой, бля, айсит еще нужен. Погоди-ка. А балка сырная нефть. Это не очень-то большая проблема. Огнеметная турель, да, она нафиг тут не нужна. Но огнемет делается проще простого. То есть 13-я баночка у нас изучается с помощью 12-й. Да. А я же... Вот теперь, друзья, представьте, сколько времени прошло между первым и вторым, пока я все планировал, тут делал. До хрена прошло времени. Так, значит, тебе... Тебе нужен... Ага. Значит, тебе нужно тут три, по идее. Вот так вот мы раз сделаем, вот так два, вот так три. То есть, личный аккумулятор. Это ерунда. Здесь у нас вот так вот пойдет. Ты у нас будешь вот так вот. Здесь у нас идет личный аккумулятор. Лучше в личные реакторы я наконец-таки изучил, чтобы их не покупать по 30 лямов, блин, самое дешевое говно.
на выработку энергии просто обчхуй. Простите, пожалуйста, но... Зудит у меня в одном месте из-за этого. Так, теперь эти каркасы дронов бы найти еще дурные. Ну тарам пам 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 пам. Вот это вот бы сделать, но у меня ториума нету. Хотя можно как-то по-другому делается. Мне еще жура нужен будет. А, точно, я и забываю все. Грузовой самолет, кстати, я могу сделать. А, ты посмотри-ка. Электродвигатель нужен, ручной пулемет. Ручную, конечно, его хрен построю, да? На него нужен будет электродвигатель. Угу. Где-то надо будет подтыбрить электродвигатель, но для меня это не такая большая проблема. Сейчас мне надо 12-ю баночку сделать кровь из всяких разных мест. Дальнейшие исследования будут у нас невозможны иначе. Вот у нас. Илгир. Что я вижу? Construction Robot Brain. К примеру, да? Ну да, Construction Robot Brain. А у нас здесь что с случаем делается? Крифер Борд. А на тебя нужно... Крифер Борд. Какое совпадение-то, а? Нет, это не совпадение. Это я вроде уже видел, но ладно. Так, здесь у нас... Теперь ты идешь. Construction Robot Tool. Если я не ошибаюсь. И каркас дрона. А вот с каркасом дрона здесь какие-то у меня были проблемы. Да, потому что и нужен был этот долбанный электродвигатель. Вох, теперь я вспомнил. Лучше на электросхема. Вообще зашибись. Пристрелите меня, а. Ну а чего сейчас отсюда будем пускать, что ему еще сказать? Будем пользоваться этим конвейером. Так. Так и вот так. Здесь будем загружать лишнюю электронику. Здесь будем загружать лишнюю вот эту вот хрень. А, по низу, пожалуйста. Пожалуйста, по низу, все. У нас две части есть. Это, к примеру, электроника. И алюми... Вот где я тебя выстрою сейчас алюминий, а? Ну а Лумбри-то я где тебя найду? Вдруг ты мой милейший. Блин. Алюминия я здесь не вижу, да? Алюминия я здесь не вижу в упор. Вот, блядь. А чем тут говорить, его и в настройках-то не было. Блин, это тут получается что? Надо ставить этот долбанутый пур планетарный. Да неохот мне как-то. Очень неохота. Карбон Алумбрия. Ну твою ж налево. Давай посмотрим, сколько это стоит. Алюминиум плейт и как раз продам всякое лишнее говно, которое у меня накопилось.
Модули, к примеру. Так, для начала. У нас тут покупка, здесь у нас продажа. Не нужно, не нужно, не нужно, не нужно, не нужно. Абсолютно пока не нужно. Кстати, а ты сколько стоишь? Не так хорошо, чтобы быть правдой. Insulation Wire, господи, сколько я этого говна насобирал. Ёшкин ты кот. Карбон, о, хорошо-то как. Фирл, о, конечно, кварц еще, почему и нет. Сапфир откуда-то взялись, вот я вот всегда не могу понять, откуда сапфир в одном месте. Ну, аккумуляторы пусть будут. Я их могу столько наделать, что аж дурно. Ладно. Тут стаки у них большие, еще они не будут мешать. Провод я могу сделать сам. Ну ладно, 870 пусть будет у меня отваляться. Вот эти вот модули мне нафиг не нужны. Эти смерти постоянно появляются. Достали, уже надо вот отключить это, не забыть. Big gun to it. Две штучки поврежденные. Ладно, вот это вот убираем. Медный кабель, о, нужная вещь. Так, дрон-станция. Вот я вот насчет до этого до сих пор еще думаю. Ойер МК-2. Точно ты мне не нужен, друган, извини. Уголь я оставлю. Вторая рыба вообще беспонтова. Для моего количества хп только мясо оленовское помогает. Рыбы-то надо сожрать столько, блин, что не знаю. Плохо стало бы. Любому, кто бы сток съел. Так, турель МК-1 я сразу ликвидирую. Они мне больше не нужны. Стекло 11 штука. Даже не знаю, как это правильно назвать. Измельчитель камня. Ну, движки эти, движки эти. А, вот эти вот генераторы мне не нужны. Кеттер Мегавотер Хед Экстрактор, надо еще подумать будет. Деревянный ящик. И у нас здесь 25к, тоже мне не нужно. Эти столбы не нужны. И эти. Так, 109 лямов, да? Лады. Давай посмотрим, сколько у нас будет стоить вот та вот хрень. Нравится? Продажи, я же покупку. А, я продажу смотрел. И алюминий плейт. Да твою ж налево и мою ж направо. Просто если я поставлю, друзья мои, глубинный бур, я вообще не буду нуждаться ни в каких абсолютно ресурсах. По-моему, это дебильная хрень. Как ни крути. Здесь их нету, да? Так что я буду покупать. А может, идет расчет тут игры на то, что ты будешь добывать это. Вот в чем проблема. Я же не знаю. Ну, раз я не знаю, значит, нехрен меня и в этом винить. Я делаю так, как считаю нужным. Все-таки да, скорее всего, все производство должно быть завязано об это говно. Так, где эта параша вообще? Вот здесь она, все правильно. Я ж тут только недавно смотрел, почему он ее ничего не находит. Надо посмотреть, сколько она стоит. Оу. Нет, ты сейчас серьезно? Или, слушайте, я что-то не вижу. Стекло. Chains Foil. Вот это хорошее очень топливо. А, да ладно тебе. Тунгстин.
Не, игра, ты так не прикалывайся. Да нет, серьезно? Стоять. Неужели этот один из ресурсов, который не входит, блин, в общую цепочку производства? Да ты издеваешься. Все-таки его придется добывать глубинным буром. Серьезно? Да ладно тебе. Да уж. Для алюминий плейтов, походу, здесь нет места. Так, стоп, я точно то смотрю. Да. Ох, ёбушки-воробушки. Надо с буром мутить, бля. Это же не игра получится, говно какое-то. Ну, мне кабальтит да будет. Ну и нахрена мне это надо? Алина, ну ты отстой уже, слушай. Нет, не устраивает. Глубинный бур поставишь, он же все виды ресурсов добывает. Что еще говно? Это нечестная хрень. Ну да, много жрет энергии. Ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, переработка фрагментов ядра у меня где, блин? Я уже из-за этого не хочу просто играть в этот мод. Из-за этого, блядь, бура. Где не надо ресурсы бегать добывать. И он же все настроение портит. Оставил, блин, и все, и не чешись. Бесконечная карта. А зачем она нужна? Дайте маленький островок. Нет, ну я не верю, что здесь нет алюминия. Это нечестно. Я не хочу с этим буром связываться. Я только я игру из-за этого нахер прошу. Я вон жопу не сдался. Лед. Кварц. Ой. Ладно, друзья, я сейчас тут еще поищу. Мало того, что я его купить не могу, вероятно, мне придется ставить переработку фрагментов ядра. Вот, вали ты нахрен. Ну, тоже говно получится. Это не игра, друзья. Это, блин, идиотизм. Никакого. Я думаю, мне придется высуживаться. Вот они тут встали, как долбоебы, и все. И меня тут с этим буром. Это просто капец. Это не игра. Этот глубинный бур придется долбанутый ставить. Ах, так, какие у меня есть варианты? А вариант у меня пока, друзья, только один. Это попробовать. Не знаю.
Взять самолет, что ли, тут прокатиться, в надежде увидеть алюминий. Блять, ну... Вот, я думал, до Кабальтита придется мне тащиться. Я, друзья, сейчас буду думать, пока на этом серию закончу. Я не знаю, я вот реально, если не смогу купить его сейчас, где... Хотя, погоди, по идее, дрона ж могу купить, да? Может, дронов хотя бы покупать, потому что этот долбанный глубинный бур, он... баланс икры ухерачивает в ноль на нет. Забудьте про баланс, сидите на жопе ровно. Я бы он нахрен вообще с мода убрал там и засунул разработчиков в зад. Он не нужен. Это долбанутость. Сидеть на жопе ровно, добывать все ресурсы. Алюминий плейт. Ладно, друзья, пока я закончу, я сейчас подумаю, наверное, залезу в мод, нахрен уберу вот этот алюминий плейт. Просто-напросто, да и все.